рассмотрим решение уравнения. Будем считать, что оно у нас... Мы уже решали, упрощали и пришли к двум элементарным уравнениям. Вот они. Вот первое у нас косинус х равно минус корень 2 на 2. И второе тангенс. Да? Давайте мы сначала их изобразим на круге. Вот наш круг. Так, у косинуса это ось вертикальная, да? Вот у нас раз. Вот точка, да? Две точки на окружности. На оси это значение минус корень из 2 на 2. Это, соответственно, мы помним, π на 4. Я пишу сюда. π на 4 сюда. И π на 4 сюда. То есть, значение табличное показывает нам отворот от ближайшей левой или правой точки. Далее двигаемся. И записываем тогда... Два решения. Общее, да, решение. Вот у нас. Верхний полукруг это положительный, поэтому мы двигаемся от π здесь, а здесь мы от минус π двигаемся. Получается, первое решение. Это мы решаем свое вот это для косинуса, да? Первое решение у нас π минус π на 4, то есть отсюда в обратном направлении. π минус π на 4. Получается... Ну, там плюс круг, да, плюс целое число кругов. Поэтому пишем плюс 2πn, соответственно. То есть, первое решение у нас получается 3π на 4, 3π на 4. Плюс 2πn. Второе у нас похожее решение. Пишу x2. Оно в нижней части круга. Это от минус π в положительном направлении. Нижний круг мы считаем отрицательный. Половинка от минус π. Для чего он отрицательный? Для общего решения у нас всегда верхний положительный половинкой. Нижний отрицательный половинка, чтобы значение по модулю тогда не будет превышать π. Плюс π на 4 плюс 2πk. 2πk. Так, ну это тоже складом получается. Второе наше решение. Минус π до π на 4. Минус 3π на 4. Плюс 2πk. Да, сверху у нас не k, а n. N k z принадлежит. Так, это мы сделали решение для косинуса. Сейчас мы сделаем еще решение для тангенса. Вот у нас тангенс. На том же круге я показываю. Вот у нас ось. Значит, у него два решения. Корень на 3 это больше единицы где-то здесь.
Где-то здесь. Делаем выстрел. Получаются две точки. Одна вот здесь и другая вот здесь. Вот точка. Для тангенса записывается в одно решение. То есть третье наше решение получается вот сюда. Я запишу x3. Это у нас получается π на 3. Нет, наверное, вот я выше запишу, так удобнее будет. x3. Это будет π на 3 плюс 2. А, нет, не 2. У тангенса периодичность π. И как раз через π попадает вторая точка, поэтому пишем плюс π. N использовали, K использовали. Ну, давайте M букву сделаем. Вот. И все наши три буквы и надлежат, соответственно, Z. Да? N, K и M принадлежат Z. Так, вот у нас x1, x2, x3. Это общее решение. Общее решение. Теперь записываем частные решения. Частные решения, да? То есть сами точки у нас уже есть на окружности. Давайте я их сюда нарисую. Давайте картинку я буду рисовать здесь. Соображу сразу эти точки, которые у нас есть. Это будет π на 3 и π на 4. Вот точка 1, 2. И синенькая у нас вот сюда и вот сюда. π на 3 это показывается вот сюда у нас π на 3, да? И вот и сюда тоже вот. На 3. Хорошо, значит, минус 4π. Давайте сделаем штриховку. Минус 4π у нас находится. Начинаем отсюда сюда двигаться, да? Минус 4π находится вот здесь. Минус 4π. И у нас дальше что у нас идет до минус π. Смотрите, минус 4π движемся наверх, минус 3π вот здесь, да? Так, еще движемся, тут уже будет, это вот здесь, тут же, да, в этой же точке, минус 2π. То есть мы уже круг продвинулись. И нам еще получается еще полкруга надо. То есть, и опять наверх движемся. Это вот будет минус π у нас здесь. То есть на самом деле мы продвинулись полтора круга. Полтора круга. Полтора круга. То есть у нас. Давайте штриховку сделаем. Вот мы двигаемся раз, 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 раз. Ну давайте еще половинку я внутри сделаю. Вот у нас, видите, вот так еще. Поэтому точек у нас вот здесь будет, смотрите, раз, два. Так, здесь у нас один раз точка попала. Здесь у нас раз, два попало. Здесь раз. Один раз попало. Ну, осталось их записать. Давайте синенькие. Синенькие мы помним, что это у нас π на 3. Π на 3 это вот отсюда. Получается, один раз от минус 2π, а второй раз минус 4.
Сюда вот у нас пина 3. Ну, я не буду подписывать. И красненькая у нас это пина 4. Пина 4. То есть вот сюда у нас пина 4. Сюда и сюда. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 точек. 6 точек. По порядочку идем. От самого меньшего. От минус 4 пи и плюс пи на 3. То есть вот она первая, да? Минус синенький лучше. Минус 4 пи плюс пи на 3. Вот здесь надо приводить к общему знаменателю. К общему знаменателю там будет 12 плюс минус 11. Минус 11 пи на 3. Так, это первая точка. Она находится вот здесь. Она вот, видите. Вот здесь я даже, наверное, подпишу минус. Нет, наверное, я не подпишу. Давайте я вот так напишу, это наша x1, да? Это вот наша x1. Вот она вот здесь. Ну вот, тут уже крестик есть, x1. Дальше мы движемся, тра-та-та-та-та, дальше по кругу от минус 4 пи, вот тут у нас уже минус 3 пи. Но вернемся на пи на 4, получается минус 3 пи. Назад это минус пи на 4. Минус пи на 4. Это мы движемся назад. Того получается там минус 12. Минус 12, минус 13. Минус 13 пи на 4. Тринадцать и на 4. Так. Следующая точка, мы движемся. Это вот у нас x2. На картинке она у нас, короче, вот здесь она у нас, да? Да, вот тут она, короче, у нас получается. Так. Дальше у нас идет какая точка? У нас идет точка. Вот это тоже красненькая. Тоже красненькая. А потом синенькая, да? Это от минус 3 пи, только уже плюс пи на 4. Минус 3 пи, но уже плюс пи на 4, да? Немножко у меня не умещается написать. Получается уже минус 12 и 1, 11. Пи на 4, да? Минус 11 пи на 4. Это у нас x 3, да? x 3, это вот он вот здесь, да? Короче, вот здесь он, да? Следующая точка у нас. Это. Вот это синенькая. Этот минус 3 пи. И минус 3 пи. И плюс пи на 3.
Это синенькая, да? Это уже четвертая точка. Сюда напишу. Минус 3π и минус 3π и плюс π на 4. Так, это получится у нас не π на 4, это π на 3. Π на 3 было, да? Так, это тогда у нас получится там 9 и минус 8. Минус 8 π на 4. 8π на 4. Так, это вот эта точка. Это уже получается четвертая. И потом пошли на второй круг, уже этот минус 2π, минус 2π. Это вот здесь, да, у нас? Минус 2π. Минус 2π. И плюс π на 3. Так, это у нас получится. Тройка, короче, да? Это будет 6, 3 на 2, 6, мин и 1, минус 5. Минус 5, пи, у него пятерка, плюс 5, пи на 3. Это вот эта точка. И вот последняя красная во внутреннем круге. Это минус 3π. Это же красным. Получается минус 3π. Минус 3π. И минус π на 4. Не, не минус 3π, это уже минус π, да, в руже. Да, это уже будет минус пи, минус пи на 4. Ну, мы знаем, что это будет минус 5 пи на 4. Минус 5 пи на 4. Вот мы получили 1, 2, 3, 4, 6 точек. 6 точек вот для этого уравнения.